Друзья, всем привет! Вы думаете, зачем мы вам показываем фоточки из интернета? Ну, это не совсем фоточки из интернета. На самом деле, это вся красота здесь у нас рядом в Ленинградской области, у нашего местного любителя и ценителя экзотики. Кстати, эти пальмы были высажены в открытый грунт, но, к сожалению, через 2 дня все погибло, потому что выпал снег. Летом. Но 2 дня простояла эта красота. Вот такая оранжерея, 180 квадратных метров, находится в Ленинградской области. Она постоянно пополняется новыми интересными экземплярами. Мы подобрали для вас здесь в основном бананы. Ну, кстати, и манго попала на фоне бананов. Манго у нас было в наличии. Полюбуйтесь, пожалуйста, вместе с нами на эту красоту. А вот здесь у бананов находят детки. Вот они, виднеются маленькие отросточки. И вот там маленький отросточек. Бананы богаты на маленьких деток. Их постоянно приходится разреживать, прореживать. О, какие шикарные плоды. И много, обильно плодоносит. Цветет и плодоносит. А это маленькие детки бананов поступили к нам в продажу. Готовы, чтобы их разобрали в добрые, заботливые дома или оранжереи. Кстати, в оранжереи пальма, ой, бананы вырастают до 5 метров и начинают плодоносить уже через 1 год и 2 месяца. В домашних же условиях, в квартирах, гигантский банан достигает обычно не более 2,5 метров.